Спи, еще рано. Спи, спи. Дядя. Это длинная дорога, племянник. Очень длинная. Это такая дорога, что лучше попрощаться с любимыми. Лучше всего. Я могу простить все. Все. Но я не прощу, что причинил такую боль Мерту. Отныне, шаг за шагом, я доведу дело до конца. Вчера ты принял верное решение, племянник. Ты расстроен, но написав это письмо, ты спас Мерту жизнь. Только этим, племянник. Конец дружбе. Все. Ты прав, Рамис. Всегда можно найти оружие. Посмотрим, что они будут делать. Посмотрим, на кого они направят оружие, чтобы спасти себя. Мы им поможем. Посмотрим, что ждет их впереди. Посмотрим, дядя. Ты только посмотри. Моя Бахар выросла. Ты изменилась, тебя не узнать. В детстве я не интересовала тебя. Ты помнишь мое детство? Помнишь, папа? А как же не помнить? Что за слова? Что я только не делал, чтобы вылечить тебя? Сахар будешь? Брат Джингис, я, наверное, разбудил тебя. Понятно. Нет-нет, я ничего не нашел. Я позвонил, чтобы сказать, что ты прав. Пора закрыть эту книгу. Необходимо жить дальше. Я хочу сказать, что ты был рядом. И спасибо тебе за все. Спасибо, брат Джингис. Я очень тебе благодарен. За все. Меня не за что благодарить, Мерт. Я всегда буду рядом. Всегда. Хорошо. Увидимся. Ты уже проснулась? Я разбудил тебя? Ты рано. Да, надо проконтролировать дело с отелем. Ты можешь не провожать меня. Я сам. Парфюм? Ты вылил на себя весь флакон? Я перестарался, да? Тогда не буду никому подходить. Поцелуй за меня, Джана. Не будь дурой, Эйшан.
ничего нет важнее дня рождения сына. Мама?